И здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Даниил, и мы продолжаем прохождение Downfall Redux. В общем, в прошлой серии мы там вместе с Джо и с... Как я помню? Ой, я уже забыл, как ее зовут. А, Агнес, вот точно, Агнес зовут ее. Вот, нас, короче, вроде как зарубили топором, и нам предоставился выбор, за кого играть. И я выбрал Агнес, мы выбрались из комнаты отеля, и вот мы здесь. Сейчас посмотрим, что у нас тут имеется. Давненько что-то я уже забросил игру, блин. Все эти долбанные стримы. Ну ничего, наверстаем. О, закрыто, конечно же. Кто-то припарковал машину, в общем, посреди газона. Не круто. Подойти поближе. Эта машина могла бы стать моим билетом, ну, билетом отсюда. Только одна проблема. Я не умею водить. Так. Ой. Упс. Так, ну-ка. Так, завести двигатель. О, говорит, ключи внутри. Я везунчик. Может быть... Если положить что-нибудь тяжелое на педаль газа, то машина проломит забор. Гениально. Пойдем посмотрим, может, что найдем. Так, что у нас тут есть? Ага, тут ничего у нас нету. Так, и что у нас тут тяжелое может быть? А, короче, поддельный римский бок, короче, установленный в саду отеля. Упс. Take a penis. Давайте голову возьмем. Пойдем, будет тяжеленькая. Так, тут у нас ничего нету. Ну, вроде как нет. Ладно, пойдем. А, мне надо сделать эти. Значит. Так. Не туда, говорит, тупая машина. Вот это вот. Но, в принципе, с миссией мы справились. Надеюсь, дождь потушит огонь. Пойдем дальше. Так, мы сохранились. Значит, сами сохранимся на всякий случай. И где это мы? Пойдем сначала прямо. Так. Это что, лабиринт, что ли, какой-то? Ну, пойдем сюда. В общем, кукла выглядит грустной. Кто оставил ее здесь? Сложно представить ребенка, который играл в таком месте, как это. Заберем.
Так, сюда мы повернули, пойдем сюда. Так. Так. Так, может сюда? Давайте сходим. Так, здесь сетка. Оу. Тыковки. Говорит, что за типа, вкус, видимо. Или подожди, waste. Короче, дичь какая-то. Ай. Красные чернила. Это вокруг сломанной этой тыквы. Это похоже на кровь. А вдруг это и есть кровь? Мы-то не знаем. Что там? Ой, только заметил на стенах 666. Понял. Что здесь у нас? Так, погоди. А ладно, давай поговорим. Почему она сидит здесь одна в пустой комнате? Она должна быть безумная. Hello? Привет. Что это за место? Чё ты беспокоишься? Это то, что есть. Есть то, что есть. Короче, дерьмовое место. Что ж, говорит, это выглядит как большой туалет. Послушай, ты что-нибудь хочешь от меня? Потому что я хочу побыть одна. Действительно? В таком месте, как это? Это не твое дело. Кто ты? Я Айви. Окей. Привет, Айви. Я Агнес. О, мне плохо, говорит, с именами. Так что, возможно, я, говорит, не запомню твое имя. Просто скажи, что ты хочешь, уходи. Мне не нужна компания. Я обещаю, я типа не займу много твоего времени. Кто-то преследует меня. Мне нужно выбраться отсюда. Я не могу. Но. Причем безумный, у него есть топор. Я знаю, говорит. Но она никогда не отпустит меня. Кто? Она. Кто она? Она монстр, который держит меня здесь. Маленькую жирную урод, короче. И червь, который ползает внутри меня. Она бог и дьявол. Трюкач. Дьявол, ну, демон. Окей, я поняла. Хорошо. Поэтому, говорит, вали отсюда, пока можешь. Но как? Это место полно тупиков, и я потерялась. Есть, говорит, один путь. Короче, который приведет тебя в ее дом. Но, может быть... Может, ты, Игорь, ты сможешь. Я, говорит, смогу, точно. Но ты, говорит, пойдешь со мной.
Ты не можешь помочь мне. Здесь нет пути, с которого могла бы уйти. Это звучит безумно. Хорош, говорит, короче, это... унывать. Я сказала нет. О, безумная баба. Поднимай свою жопу со стула и прямо сейчас и пошли за мной. Никаких но. Все будет нормально. Я защищу тебя. Давай. Подожди. Это дверь. В комнате неподалеку. Ее нельзя открыть без ручки. Тебе нужна одна. Что сделать, ручку? Не настоящую ручку. Просто, говорит... Хорошо, говорит, я поняла. Просто пойдем со мной, ладно? Время выбираться отсюда. Так. Пойдем-ка вернемся. К тыквам. Что, говорит, с этими тыквами? Обед. Че? Можешь применить куклу, можно? Да. Не знаю зачем, ну ладно. Я просто попробовал. Так, ну пойдем. Ой, простите. Так, аккуратнее теперь. Я думаю, этот парень шел за мной где-то здесь неподалеку. Так, это мы куда придем? А, это мы вернулись обратно. Давай сюда. А, это мы вышли. В смысле? Давай сюда пойдем. Это дичь происходит какая-то. We're here. Мы здесь. Мы на месте. Это та дверь, о которой тебе говорила. Ну, я говорю, тебе поверю теперь. Ну, звучало это безумно. А, ну, видимо, красный. Может, теперь нам надо что-то... Говорит, как ты себе представляешь дверь от ручки-то? Говорит, такая, которая подойдет к этой двери. Ну, давай. И мы имеем идеальную дверную ручку. И как нам теперь ее использовать? Толкни. Ну давай. Ёжики. Иви? Или Айви? Эй! I'm so sorry. Мне так жаль. Ты что за губы, блин? Добро пожаловать в мой дом, моя юная леди. Кто? Кто ты? У меня много имен. Сложно, говорить, выбрать одно. Что-то... ну все, что нужно знать, что я думаю о тебе. Демон, галлюцинация, плохой сон. Ну и демон. Демон? Эй. Обиделась, что ли? Ну ладно. Дверь откроешь? О, картины какие замечательные. Come closer. Подойди ближе. Ближе. Я не такая страшная, как меня рисуют. Ну, изображают.
Пожалуйста, будь моим гостем. Хочешь супчика? Не, спасибо. Почему? Что-то не так с моим супом. Да. Он действительно, действительно такой. Это кровь. Это томатный суп, чё ты? А вообще-то, говорит, я не очень голодный после всего этого. Ой, говорит, не стесняйся. У меня бы большой ланч был. Что-то... Горячий суп, говорит, это все, что нужно. И вообще-то... Ладно, если, говорит, не хочешь, то идеальный суп. Может, твой хороший друг Джо? Твой лучший друг Джо, говорит, скушал все, говорит, до последней капли. Вы знаете Джо? О, говорит, я знаю его хорошо. Он друг друга. Он, говорит, приходил не так давно. Вы тоже, говорит, дали ему суп? А, это я тебя чуть неправильно привела. Говорит, съел все. Говорит, все сожрал до последней капли. Угу. Так. Что-то я беспокоюсь по поводу тебя. Лучше при этом поболтать бы, но я, говорит, пойду. Либо спросить, кто ты. Я имею в виду, по-настоящему, кто ты. Ой, сейчас, секундочку, подождите. Ой, так. Ну-ка. Who are you? I mean, who are you really? Why? Почему или зачем? Am I not a demon? Я не демон, как ты сказала. You said you have many names. Ты сказал, у тебя много имен. I'm just curious which one is real. Просто, говорит, какое из них реальное. Я, говорит, не использовал свое настоящее имя уже давно. Мне не нужны имена. Я королева червей. Короче, это мое королевство смерти. Так. Типа, я, говорит, беспокоюсь по поводу тебя. Я встретил юную девушку, которую называют тебя монстром. И что, говорит, похоже на монстра, что ли? Ну, не совсем. Ну, говорит, есть на что подумать. Тогда почему ты мне так говоришь? Я хочу извиниться за девушку. Вы, походу, сильно напугали. Это, моя дорогая, не твое дело. Но между тобой и мной. Что-то сучка заплатит или что-то такое. Так. Она, говорит, была предана поболтать, но, говорит, пойду лучше. So early. Got так рано. Main course. It's been waiting in the oven for a while now. Говорит, может, все-таки типа это? Чуть не очень я понял, но ладно. Типа еще еды предложил, я так понял. Не, говорит, спасибо, Maybe в другой раз. Goodbye. Так, что там, эта еда выглядит просто ужасной. А, почему? А... Почему, говорит, кто-то должен вообще прикасаться к этому? А, что там?
have you changed your mind about the soup? Ты еще не передумал по поводу супа? Не. Я просто возьму эту вилочку на минутку. Если ты не хочешь идти, то оставь это для другого гостя. Ладно. Еще одна вещь. Да? Не задуешь для меня одну свечу в другой комнате? А зачем? Это маленькая традиция в моем доме. Я прошу всех своих гостей об этом. Ладно. Я подумаю об этом. Жуткая старуха какая-то. Картина одна лучше другой. Что-то мне не хочется эти картины, ой, в смысле, свечи задувать. Картина, это что за монстр? Эй, он следит за мной, смотри. Что там, засохшие розы? Кто-то умер очень давно уже. Этот гроб, говорит, отличается от других. Забит гвоздями. Так, значит, что-то надо мне сделать. Свалила. Значит, заберем вилочку. Но картины, блин. Одна лучше другой. Давай откроем гробик. Так, нужно что-нибудь побольше, чтобы попытаться открыть этот гроб. Блин, а что мне нужно тогда? Что там? Типа, какой одинокий морской берег? Ладно, что мне еще может... Что там? Опаньки. Что там, не могу просунуть свои пальцы в щель, и мне нужно что-нибудь, чтобы подеть, короче. Понял. Давай тогда. Опаньки. Возьмем ломик. Так, давай открывать, раз он отличается. Right. Let's do так, this. Что ж, давай, Игорь, сделаем это. Джо. Лежит в футболке Нирваны. Do you think... Думаешь... Do you think I'm pretty? Думаешь, я милая? Так. Что-то, говорит, ну, типа, самая милая девушка, которая вообще, говорит, существует на Земле. Ты будет... типа, говорит, как что-то, как чудище с болота. Что там, как насчет... Типа снять этой футболки и типа привести, ну, короче, будешь выглядеть получше. Ну, да, just это... about the prettiest girl that's ever walked this earth. Yeah. Да? That's what I thought when I first saw you.
С тех пор, как я увидел тебя, говорит, первый раз. Ну, столько времени прошло, мне уже 29. И я чувствую... Я не знаю. Ты такая же, короче, как и была тогда. О, конечно, так скажешь. Я так считаю, правда? Нет, я знаю тебя. Ты просто говоришь... Типа... Все, чтобы, типа, снова, типа, легла с тобой или что-то такое. Нет, говорит, я говорю это, потому что люблю тебя. Я знаю. Я хочу, говорит, просто, говорит, не думать об этом. Что, но я, говорит, сум думать о чем? Ты, говорит, не поймешь. Ну, давай попробуем. Это тупо. Я чувствую, как какой-то идиот. А, что я идиот, и я ненавижу себя. Говорит, но, говорит, типа, все время голос, короче, это какой-то голос, хотя я пытаюсь остановить это, пытаюсь, но оно всегда возвращается и делает это снова и снова. Ты можешь мне рассказывать об этом? Я действительно не могу. Это не важно. Просто беспокойся ни о чем, я думаю. Я знаю, ты видишь что-то, что не говоришь мне об этом. Да. Что ты... Она говорит, просто говорит, оставь это. Ну, типа, можно грубо ответить, типа, я понял. Говорит, давай вот это... Опять начинаешь, вот это, я выгляжу жирный. Так, или можно сказать, я здесь с тобой, Иви. Просто скажи мне. Хорошо. Я, короче, делаю себя, ну, типа, чувствую себя больной. Что? И прости. Я не хочу делать это, но... Это так просто. Просто, говорит, ставить пальцем себе в глотку. И посмотреть снова в зеркало. Говорит, но почему? Потому что я женщина. Я хочу быть снова красивой. Джо. Ты, говорит, прекрасна. Говорит, что тебя опять обидел, говорит, не слушайте идиотов. Но это везде, Джо. Эти женщины по ТВ, в журналах. Почему ты не хочешь, чтобы я была таких, как она? Что там? Ну, типа, у нее 12 размер, она говорит, я жирная, вот и все, короче. Пообещай, что никогда это больше не сделаешь. Об этом я тебе и говорю. Я... Что ж, я могу остановиться? Он говорит, я надеюсь. Просто говори со мной, типа, когда это происходит. И мы, говорит, вместе поборемся с этим дерьмом. Ты говоришь, ты думаешь, я безумна? Нет, я люблю тебя. I love you, Ivy. I could never be mad at you. Я никогда, говорит, не думал, что ты безумна. Hey, we should get a cat. О, говорит, давай зайдем кота. Что? Ты, говорит, сказала кота? What? Did you say cat? Yep. Yep. We could really use a happy little distraction around here. Нам, говорит, нужен маленький, говорит, разруха здесь у нас. Хорошо, кошка. Ну, говорит, почему бы, черт возьми, нет? Он, говорит, уже черный, как ночь, и глаза у него были... Он будет, говорит, царапаться, мурчать.
Я, говорит, буду тискать его каждый раз, когда мне будет грустно. Ну, милый кот. Как мы его назовем? А мы помним, как мы его назовем. Мы его назовем Люцифер. 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 Да, говорит, то, что нужно. Я думаю, говорит, это плохо, конечно, но это хорошо. Ну, ты понял, да? Мне нравится. А, может, говорит, у той девушки, говорит, в соседней двери есть там котенок. Говорит, круто. Джо? Да? Я люблю тебя. Опаньки. Нет. Это, говорит, не могло случиться. Это гроб. Меня, говорит, похоронили заживо в чертовом гробу. Help. 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 Оп. Let me out. Выпустите меня. Ой. Is there anyone there? Есть там кто-нибудь? No one out there, Joe. Нет там никого, Джо. You might as well give up now. Так ты можешь, говорит, сдаться просто. It's easier. Это, говорит, самый простой путь. Ну да, побеседуем. Так, сейчас на секундочку прервемся. Так, продолжим. Кто ты? So о, говорит, так было так давно. Мы, говорит, забываем наши имена. Говорит, это уже не так важно, когда ты умер. Говорит, все уходит. Что? Наблюдаешь, ждешь, наблюдаешь, ждешь, наблюдаешь. И ждешь. Откуда ты знаешь мое имя? Ну, черви сказали мы. Они все нам про тебя рассказали. Черви выглядят как люди. Но ты, говорит, не должен им доверять. Потому что они черви. И все они хотят тебя, все черви, говорит, хотят сожрать твои гребаные мозги, Джо. Забавные парни эти черви. Я умер? Нет. Смерть приходит медленно. О, это, говорит, типа, что-то приходит в подходящий момент, что-то, непонятно. Так начинает царапаться, продолжает, типа, драться. Мы все так делали. Просто, говорит, заткнись. Но, Джо, нас тут нету. Че, я, говорит, не умру вот так вот. Нужен быть какой-то путь. Ну, какой-то выход. О, говорит, ну он есть. Оглянись вокруг. Медленно. Что-то там есть, говорит, небольшой подарок от нашего хорошего друга. Что-то там непонятно. Давай смотрим. Что это? Ты же, говорит, знаешь, что это такое, Джо, да? Это единственный путь отсюда. Единственный выход. Вопрос в том, сможешь ли ты это сделать, если у тебя яйца? Должен, ты сделаешь ли то, что должен сделать? Один, говорит, ну, нажмешь на курок, и все кончено. Не будет больно. Что-то... Ты, типа, потерялся с самого начала, говорит, не сможешь победить. И, говорит, можешь ничего, говорит, не делать и сохранить свое лицо. Не успел перевести.
Нет, блин, медленный путь. Нельзя сдаваться. Какого? О. It's you. О, ты, Гаррит. What were you even doing in there? Чё, говорит, там делал? Думаю, типа, этот человек с топором я там запер. Говорит, чуть не выстрелил себе в голову. Я, говорит, действительно поверил, что я, говорит, ну, типа, похоронен заживо под землей. Давайте выберем. I really believed they'd been buried 6 feet underground. If that was the case, I guess I... Ну, говорит, в общем-то, я... Я бы нашла, говорит, лопату и тебя откопала. Как ты нашла меня? Помнишь, что говоришь, когда, типа, когда ты упадешь, я, говорит, поймаю тебя. И где мы? Не самое милое место. Нам нужно, говорит, найти выход отсюда. Да, пойдем за мной. И... Спасибо. Так, давайте сохранимся. И будем на этом заканчивать. В общем, такая была серия. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш Twitch канал. А на этом все. С вами был Даниил. Всего хорошего и всем пока.